Всем привет, ребят! К сожалению, нет Тона сегодня вновь на английском сервере и на русском. И поэтому я решил сегодня немножко потрешивать. И мы будем сегодня смотреть магазин. Что же будет, если оттуда скупить все полностью итемы, то есть проролить полностью все попытки. Я вам когда-то был показывал, что можно полностью там ограниченное количество проролить и, в принципе, все забрать. Тогда у нас был лимит с орденами, это было очень проблемно. На сегодня на английском сервере и на русском, в принципе, уже ордена это не есть проблема. Поэтому видите, что с ресурсами как бы никаких уже проблем нет. Ну, у донатов. Без донатов с ресурсами проблемы будут, к сожалению, всегда в этой игре. Вот, поэтому сегодня мы с вами попробуем запрещенный контент сливремки. Так, вот так вот это было, правда, запрещенный контент. Так, ладненько, поехали смотреть. У нас есть 5 миллионов. Пожелайте мне будь здоров в комментах. У нас есть 5 миллионов на сегодня, раньше был миллион орденов, поэтому мы будем сейчас скупать полностью все. Посмотрим заодно, какой шанс. Вот это вот повторная, точнее не повторная, возможность досрочно завершить какой-то из квестов, если у вас не получается, тоже интересная вещь. Книжечки, руны, вот этот весь хлам я буду скупать. Книги, 20 кристаллов за 5 орденов, честно скажу, неоправданно. Вот молоточки я всегда скупаю отсюда. Ну и каждый день там 2-3 раза 4 роли, потому что здесь даже без доната могут нормально карт натащить и, соответственно, вернуть там не ордена, а самоцвета. Так, первая попытка у нас есть. Что мы имеем? 100 самоцветов. Поехали дальше. Ордена мы потом уже приплюсуем. Я надеюсь, вы не оглохли. Так. 67 тысяч. Легендарная карта героя, с которой падает, по сути, хлам. Так, поехали дальше. Вторая попытка, 300 самого. Итого 400 самого мы потратили. Так, что мы имеем? Карта на волны. Ну, в принципе, смысла нету, дорого, потому что дают ее так. Лучки, значки почета. Ну, в общем, не знаю, нету смысла. Ну, конечно, я когда-то у себя на основе это все тоже скупал, потому что хотел побыстрее прокачать аккаунт. Даже бегал в экспедиции. Так. 400 самов у нас ушло, 700 самов, 15 тысяч второе утекание, фига себе. Ну вот кляшки еще можно скупать, еще куда ни шло, более-менее оправданно, опять же, если у вас хватает орденов, учитывайте то, что ордена нужны сейчас на осмотрителей. Ну и карты вот такие вот я тоже скупаю. Так, карта, в принципе, неплохо. Так. Вот самое ценное, опять смотрите, 67 тысяч орденов. Просто жесть. Так. Все скупили. 1300 самого у нас уже ушло. Было 87 300, да, 1300, 1900, если не ошибаюсь. Ну, как видите, все те же плюшки. Уже 250 орденов у нас просто ушло в никуда. Так, поехали дальше. Карта. Ну, на квест еще дополнительная карта, но она, честно говоря, того не стоит. Хотя с квестом можно нормально золото подымать. Слизни однозначно здесь покупать вообще невыгодно. Ключи, в принципе, тоже. Так, карта арена тоже нафиг, в принципе, не нужна, дорого.
Самое интересное здесь, вот смотрите, 45, по-моему. Самое интересное здесь это карта на архидемона, но она очень редко падает, хотя у меня на этом сервере уже прилично их упало. Так, 2000, следующая попытка, как видите. Немало-немало уходит на это все дело. Обновляются эти попытки раз в сутки. 9 по серверу. Так, эта карта у нас, ну, тоже, в принципе, 13к стоит. Немало. Ключики. Ключики и так падают, кто бегает в КБшку. Вот карты я тоже скупаю на основе плюс одно место. Вот это выгодная вещь. Следующая попытка 2000. Вот, наконец-то у нас появилась карта смены таланта. Она стоит 300 орденов. Когда у вас бесплатная там на квесте попадается сменить, вы можете за такую карту сделать роль. Не знаю, там или сейчас попытки появилось, не знаю, или оно действует, потому что я что-то никогда над этим не заморачивался. Напишите в комментах, действует или нет. Думаю, многим это будет полезно. Так, поехали дальше. Все, последнее. Вот такие вот карты на пропуска тоже есть смысл скупать, если у вас нету много кэшек. То есть это выгодно делать. А руны здесь покупать, не знаю, если у вас только они недостающие. Вот эти вот на плюс одно место однозначно есть смысл скупать. Все-таки будет дешевле, сэкономить. Это я говорю для бездонатов. Так, ну опять карта. Кристаллы вообще невыгодно за такие. Я не знаю, сколько там надо будет как-то зафармить, наверное, посмотреть, сколько орденов. Можно максимум за сутки зафармить, но посмотрите, что мы имеем. Мы потратили, у меня было, по-моему, 87 тысяч, если я не ошибаюсь, 10к у нас ушло практически на смены, именно смены страниц. Мы еще не докупили вот так вот. И что мы имеем? 380. Ой, нет, тут я говорю 380. Это у нас 300. 338. 338. Ну, 340 пусть будет. 340, ребят, 340 тысяч орденов. Мы просто тупо вот потратили на все полностью смены. И как видите, ничего имбового здесь нет. И дальше мы опять же не можем ничего менять. Вот так вот. Если вы хотите там достать карты на архидемона, там либо какие-то итемы, есть смысл там за 100 раз прокрутить. Иногда бывает, в этом плане реально везет. Так. Окей, с этим мы разобрались. Это у нас, ребят, был английский сервер. То есть, как видите, мы потратили 10к, ну, плюс-минус, и 340 тысяч. Блин, раньше это скажи, это просто жесть была. А тут заходишь просто вот так вот. Где там мои ордена, да? Вот смотрите, вот у меня копятся эти. 338 я себе восполняю. Этих вообще фигня получится. Скоро их придется просто продавать. 338 тысяч. Это жесть. Так, окей. Поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас здесь будет сегодня. Я, по-моему, не ролил. Сейчас посмотрим. Сравним базары. Точнее, магазины. Так, у нас какой-то набор необычный продают. Ну, что-то последнее время. Ну, в принципе, стрелок. Неплохая финка. Так, окей. Поехали. Так, смотрим. Да, здесь я ничего не покупал. Вроде как. У нас тут с ресурсами траблы больше, чем там. Так. Все, есть 5 миллионов. 39 тысяч, да, там у меня самов. Поехали. 39 200 даже.
Так, купить предметы и поехали, будем все скупать, то же самое смотреть. Молоточки есть смысл скупать, если вы спешите построить постройки, в принципе. Ну, смотря какого левела. Все зависит, ребята, от того, как вы копите ордена. Если вы нормально их копили, то можно здесь скупать. Так. Так, и с орденами, честно скажу, это все такая фигня. Даже те же самые карты за 13к, они того не стоят. Могли бы сделать намного их дешевле. Ой, забыл. Так, за 300. Ну, то же самое, видите, пропуска. Значки почета, кгшки по 10 кгшек. Вот здесь они могли бы сделать что-то интересное и приятное для бездоната. Хоть бы сделали бы дороже, но думаю, это было бы интересно. Чтобы можно было какие-то там особые плюшки, там даже за 100, за 200 тысяч орденов купить. Люди бы копили это, и некоторые копят нормально. И было бы больше посещаемость некоторых локаций. Но, к сожалению, как видите, здесь очень редко что-то у нас меняют. Так, опять карта за 13к. Так. 67 тысяч карта тоже. То есть по ценам, как видите, оно одинаково все. Правда, ресурсы на всех серверах дают по-разному. Так. 1000. Мана, блин. Кому нужна эта мана тут? Запихните сюда какие-то топовые плюшки. Вот карта имеется. Так, окей, есть. Еще 1000. Вот смертельный удар, первая руна. Я тоже здесь когда-то эти руны скупал, сейчас уже продаю седьмые сеты, блин, копил эти кристаллы. О, как все быстро меняется. Сейчас донату проще прийти и сделать топовый аккаунт, чем это было там, не знаю, полгода назад. И дешевле намного будет. Так, смотрим. Карта. Ну, как видите, в основном все то же самое падает. Сейчас просто посмотрим. Плюс-минус. Именно сколько в среднем обойдется здесь все. И это рандом, конечно. Но карт, как видите, здесь больше у нас падает на русском. А, все. Вот так вот. Ну, то есть, видите, то же самое получилось. У нас 9900. 9900 самов у нас уходит на весь магазин. Так, и что мы имеем? Так. Ну, 260 тысяч. Ну, то есть намного меньше, чем там. Там 338. Ну, все зависит от того, какая там карта упадет, допустим. То есть плюс-минус, так, в среднем в районе 300к стоит весь магазин, если его скупить, либо и плюс дополнительно еще 10к самого. Вот так вот, ребят. Вот такой я решил вам видосик записать, это для тех, кто первый раз играет в игру, там что-то хочет оттуда получить, чтобы вы просто понимали, что это бесполезная, скажем так, локация, пусть даже будет в игре, где она не совсем правильно сделана, как и многое в Castle Clash. Хотелось бы, чтобы это меняли именно, а не добавляли нам каждый раз нового героя, который будет унижать предыдущих, там либо что-то меняли, то есть хочется именно... Чтобы все как есть оно было, только его немножко усовершенствовали с каждой обновой. Все, пишите комменты, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики, все дела. Всем удачи, всем пока.